Друзья, сегодня 10 июня, был очень погожий день, и сегодня облетывались матки. Почему я так думаю? Потому что я сейчас как раз наблюдаю за тем, как происходит у меня в моих небольших отводочках это дело. И я вижу матку, которая вернулась со шлейфом. Вот она, видите, у нее еще пчелки не прибрали остатки половых органов. Да, вот. Можете поздравить, метод действительно рабочий. Не беру как бы на себя право авторства, но я вместо того, чтобы облетывать одну матку на хвосте с магазином, облетывал две. Пленка, вот пленка, и еще в разрез один магазин, чтобы не было пчелам мучительно жарко и страшно. Вот, сейчас какая здесь задача? Оставить одну рамочку, максимум две, чтобы матка не сеяла много. Рамки с медом в магазины семьям, которые сейчас работают на медосборе, чтобы успели еще занести. Ну, а эту маточку я подсажу в какую-нибудь семью. Надо только ей посеять денька 2-3. Ну, в общем, можно сказать, что сегодня состоялись облеты. Все эти матки вышли в одно время. И, как бы, как сказать-то? Наверное, надо ждать, что это произошло везде. И больно-то не копаться, пчелам не мешать работать.